Тетя Маша? О, да-да. Привет. Привет. Тетя Маша, тебе пришло что-то? Нет, Наташа. Уже многим пришло. Смотри, что когда к тебе придет, не спеши отдавать. Понял? Ага. Говорю тебе почему. Потому что когда придет уже дядь Кости, ты увидишь, сколько ему пришло, и ты только разницу дашь. Понял? А, просто, понимаешь, этот, раз я так думаю, раз я оформлена с ноября, я в ноябре получу, наверное, если это закрыто. Да, но смотри, что она тоже получит, понимаешь? Ты разницу только дашь ей. Короче, когда придет к тебе, когда придет к ней, посмотрим. Ага. Потому что по 7,5 пришло этим председателям, поняла? Уже многим пришло, которые спрашивают. Сейчас только председателям идет? Сейчас только за активистом еще не начали. Да. Потом, когда дядь Костя уже придет, ты увидишь ту разницу, и ты ей вот эту разницу дашь, хорошо? Или когда к тебе, придет в ноябре, давай пока не спешим, хорошо? Активисты, отпишитесь, кто получил зарплату, а кто нет. Пиша 0, а вторую, кто получил вторую зарплату, отпишитесь. У меня на вторую смс не пришла еще. Уважаемые активисты, я извиняюсь, вторую еще никто не получал. Это только первую мы узнаем, кто получил первую зарплату.